Привет. Привет. Что делаешь? Рисую. Ты уроки все сделала? Да. Мне скучно, я рисую. У меня есть идея. Какая? Давай сыграем челлендж. Ура, челлендж! Челлендж будет на рисование. Ура! Я обожаю рисовать. Итак, давай начнем. Всем привет! Вы привет. На канале Эллин Стар. И с вами я, Эллин. И я ее мама. И сегодня у нас челлендж с закрытыми глазами. Как вы видите, у нас уже есть такая тарелочка и на ней масочка. Значит, что это будет с закрытыми глазами. Ну и в тарелочке есть разные записочки, что мы должны нарисовать с закрытыми глазами. Итак, мы будем начинать. Будет кто первый? Ты? Кто младше, тот будет первый. Пускай будет Алина. Значит, Алина, сначала ты должна... подожди, ты будешь с закрытыми глазами рисовать. Вытаскивай бумажку отсюда. Вытаскивай, я не смотрю. Все. Покажи на камеру. Ладно. Показала? Нет. Понятно? Красиво. Да. Давай. Так, подожди. Тряпочку. Так, как они там? Смайлик? Улыбка? Лицо? Да! О! Ура! Плюсик! Оленький плюсик! Вот такое вот лицо Оленький. Надо было еще вот так вот обвести его. Вот так. Да я еще одно дорисую. И типа будут такие... Реснички? Да. Вот как у нас... Все. Язык. Реснички, язык. Вот такой. Давай я тебе перемешаю все это. Теперь я рисую. Подожди, подожди. Нашла, ты повернись. Интересно, что это? Сейчас, только сейчас, не поглядываю, даже если вы... О, тоже хорошенькая. Капельку будет видно, тогда просто закрой глаза. Ты чего там разговариваешь? Я тебе говорю, если будет капельку видно, что я рисую. Ты мне? Если будет капельку видно, что рисуешь, то... Надо закрыть глаза. Надо ничего просто не закрыть будет. Их глаза. Да, чтобы было по-честному. Хорошо. Давай рисуй. Не знаю. Как там? Ну как-то такое. Ведро? Похоже на ведро, только не ведро. Кастрюля? Не кастрюля, но похоже на кастрюлю. На вид сейчас здесь. А так оно не кастрюля банка? Вообще. Не банка. Ну оно такое маленькое. Бывает такое маленькое, женское. А бывает большое. Сумочка! Да, это сумочка. Смотри, подожди, как подожди. Можно было нарисовать. О, как я нарисовала. Прям. Можно было вот так нарисовать. Кривые глазки. Да, я так и хотела. Я так и хотела. Только надо было... Видите, как у меня получилось. Вот так у меня получилось. Я а надо было... Подожди. Чего? Надо было вот здесь нарисовать мне вот эти вот мелочи. Да, подожди, подожди. Нарисую. И вот это вот у меня сумка. Да? Да. Давай тебе плюсик. Спасибо. Следующее. Теперь я. Так. Ты отворачиваешься. И хорошо. Я тоже. Хорошо. Подожди, подожди. А, да, я отворачиваюсь. Все, я беру. Я не смотрю. Все? Да. Это вообще легко не для меня. Но для тебя, наверное, нет. А, да? Надо мне угадать быстрее. Ну, короче, чем быстр... я... Кто быстрее, тот, тот и выиграл. Я понимаешь? Пишу. Надо быстрее отгадать. Все. Да. Это ветер? Это природа? Нет, это живой. Это живой? Червяк какой-то? Нет, это червячок? Ого. Длинненький такой. Червячок? Не червячок. Змея. Есть, да. Вот это змея. Вот это у нас змея была, ребятки. Похоже. Да, ну хорошо. Плюсик. Аппаратился. Я не увидела. Подожди, это я должна рисовать, да? Да. Я должна рисовать? Да, ты.
Почему ты одела? Просто. Одень. Я пока ребенку покажу. Это будет тяжело. Жалко Алинку. Три. Что за Алинку болеет? Поставьте ей лайк. Потому что это будет немножко тяжеловато. Я даже не знаю, как это нарисовать так, чтобы она поняла. А может, поймет. Я знаю, как можно приделать. Из того, что она рисовала. Ах, сейчас. Из того, что ты рисовала, оно может быть... Знаете... Я тебе нарисую, подожди. Я тебе нарисую два варианта. Так, значит, оно может выглядеть вот так вот. Как-то, ну как-то вот так. Так и вот так. Есть длинные, есть короткие. А так, если бы тебе было быстрее и легче, два варианта я тебе рисую. Второй вариант, это будет попроще. Вот так, как ты рисовала. Вот оно так, так, и оно где-то вот здесь так торчит. Ну, вот оно так, и здесь торчит так. Ну, время идет. Раз, два, три, четыре. Вот так, покажи, посмотри. Пауза. Ну вот смайлик. Это язычок. Пять, да, это язык. Ну разве не похоже? Подожди, покажем ребятам. Ну разве они не похожи на язык? Похоже. Еле угадала. Подожди. Ты не вытаскивай пока. Так, плюсик. Давай уже. Не подглядывать? Или можно чуть-чуть? Чтобы выиграть. Нет. Ну что, ты показала пальчиком? Да, все. Это у меня альбом. Ну давай, да, держи. Закрываем глазки. Давай. Какой-то мячик. Это часы. Да. О, я сразу поняла. Это очень легко. У нас сегодня хороший челлендж. Да, приятный, легенький, хорошо отгадывать. Ребятки, если вам понравится такой челлендж, можете тоже поиграть вместе с друзьями. А можете сказать, чтобы мы сделали вторую часть? Да, если вам понравится, конечно. Мы придумаем еще что-нибудь другое, добавим, и будет еще интереснее. Будет вторая часть. Так, теперь я. Ты вот так вот глазками. Подожди, еще не выбрала. Выбрала какой-то такой за... Очень крепко было свернутое слово. Алина, не подсматривай. Я не подсматриваю. Это тяжеленькое слово будет. Давайте все, давай, рисуй. Ну все. Держи, пожалуйста. Держись. Я не знаю, как ты его догадаешь его. Раз. Елочка. Хорошо. Елочка? Лес? Да. Три. Если бы я нарисовала одну елочку, ты бы не знала. Так я подсказала. Это лес. И я прежу плюсик. Мы с Алинкой такие лохматые. Показывай. Ух ты, чё? Классная? Нет, дед, это никогда не нарисую. Подожди, покажи это ребяткам, мне не показывай. Показала? Да. Ну, как-то так. О, это очки. Да. Это такое тяжелое было. А дайте потеряться. Ура! Это вот они. Дай, вот, подожди. Пожалуйста. Красивенько. Опять красивенько. А я посижу по кавычкам, да? Вот так. Ну ладно, зачет. Вот это. Челлендж. Давай. У нас сегодня легенький. Я нарисовала этими закрытыми глазами, а вот это открытыми глазами. Открытыми. Да? Понятно. Я тебе выберу, потому что я обожаю. А ты это нарисовал? Да, цветы. А ты на, прикольно. Почему это мне попадается? Дурачится. Где фломастеры? Так нечестно. Давай. Выглядит примерно вот так. Вот так. Ой, я сейчас не знаю, как я нарисую. Где там глазик? Это пингвин? Это не пингвин. Это не пингвин. Это животное? Да, это животное. Быстрее угадывай. На кого похоже? Гусь? Не гусь. Ну, про.
просто. Просто слово одно. Одним словом должен сказать. Просто. Птичка. Да, это птичка. О, но она ж похожа, капец. А что это еще? Я помню, вот тут были. Я покажу ребятам птичку. Подожди. Вот это розовенький мама нарисовала. Вот это я королевич. Еще осталось две штучки. Давай двое посмотрим. И двое нарисуем. Я еще буду здесь держать пока в этой кисточке. Давай, давай, сначала ты. А я тебе дала. Подожди, я закрываю глазки, я потом. Я закрываю глазки. Вау. Все? Покажи ребяткам. Ну, я не так взяла. Так, я вот такое. Красавица какая-то. Красавица. Девушка. Да? Девочка. Девочка? Принцесса? Из мультика? Нет. Какая-то... Что? А что у нее? Я не знаю, кто это с такими ушами. Зайчик. Я одна. То есть, честно, на ней одно, что я... Это она нарисовала с... Я не знаю, подожди. А здесь... Ушами? Она... Может, это уже... Зайка какая-то? Может, девушка. Это уже... Девочка, зайка, нет? Я не знаю. А одно на ней есть. На ней. Глаза, рот, уши, прическа какая-то, лицо, тело. Я не знаю. Я не знаю. Сердечко, любовь. Я не знаю. Я не знаю, я сдаюсь. Все, сразу говори. Это? Что? Это волосы. Это волосы были. Это были просто волосы. Хорошая, но не знаю, как я все, что ты угадала. Пока у нас счет 1-2. Оленину пользу. Давай. Все. Хорошо, давай. Рисуй. Море. Море? Лес. Озеро! Звездный лес! Это не звезды. Ну да, какой-то сказочек. Это салютики. Ну, салютики. Зачем ты нарисовала? Это самое главное с этим. Ну а что? Ну как? Подсказочку дай. Сейчас покажем ребяткам. Ребятки, правда. Вы знаете, что это может быть? Не угадать. Ну что? Тортик! Yes! Правильно угадала. Это был... Ну разве не похоже на торт? Настоящий торт. Он на тарелочке, видишь, вот стоит. Это же настоящий торт. Здесь конфетти, праздник. Со свечами. Разве не похож на тортик? Это похоже. Это маленький торт, большой торт. Это тортики. Итак, ребятки, если понравился наш челлендж, ставьте палец вверх. Можете поиграть его, кстати, с друзьями. Он очень легкий. Он очень прекрасный. И можете с нами поиграть. Ну, как мы только что играли. Да, можете нас угадывать сразу. По ходу, как будете смотреть. Но советуем поиграть его с друзьями. Заходите к ней на Инстаграм. Там есть внизу ссылочка. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Не забудьте нажать на колокольчик. И всем пока! Всем пока-пока, друзья!